сегодняшний момент мы отставание убрали, вот, буквально осталось. Вкратце вошли. Да. Вот этого разговора в прошлый раз ждал. А вы развели здесь долгострой. Можно же, когда хотим, а? Ну, мы стараемся изо всех сил. Не, вы изо всех сил стараться начали, молодцы. Но у нас два Новых года, детишки, без представления. А потом здесь ведь и труппа выступает. Они сейчас без работы. Надо, вот ваш подход, о котором вы сказали, и сегодняшний ваш контроль не снижать, и тем более вы отвечаете за комплектование оборудования, также надо все работы выполнить. С тем, чтобы мы гарантированно с вами подготовились к цирковому представлению новогоднему, 5-го начнем репетицию. Репетиционный, да? Период с 5 декабря. То есть, иными словами, 5 декабря заезжают сюда артисты, начинают проводить репетиции, готовясь к новогоднему представлению. Мы с властью Саратовской области ВКонтакте год минимум работаем. Первый лучше раз бы вы с ней ВКонтакте не были, а работу свою выполняли. Вместо того, чтобы выполнить работы в срок, вы их затянули на 3 года. В чем вина региональной власти? То, что они, видя это, что у Росгосцирка денег нет на оборудование, молчали. Подрядчики меняются, уже третий подрядчик, молчали. Производство работ задом наперед, шиворот на выворот, молчали. А сейчас, когда уже люди подперли и говорят: вы у нас третий Новый год крадете, значит, они теперь поняли, что это все всерьез. Поэтому хорошо то, что министр Российской Федерации помогла, вмешалась, взяла на личный контроль. Постараемся порадовать жителей города программой интересной, новой, красивой, по-настоящему. Будет интересно, приходите.